Мусульмане праздник весны начнут отмечать с 20 марта. Готовятся к Наврузу и жители Азербайджана. В преддверии торжеств в Баку открылись ярмарки. Цены на продукты там ниже рыночных. Рамиля Тагиева убедилась. Ниджат привез на ярмарку огурцы и помидоры. Их он сам растит в теплицах. За килограмм просит всего доллар. Это почти вдвое меньше обычной цены, но все равно выгодно. Здесь условия хорошие. Фермеры освобождены от налогов, поэтому и цены на продукцию вполне приемлемы. Спрос не только на овощи. На праздничном столе должны быть и блюда из мяса. Вырезку и отбивные в столицу везут фермеры из Кюрдамирского района. Цены, как на остальные продукты, значительно ниже. Кило говядины 3,5 доллара, баранины 4. На этом рынке все по доступной цене. Знаешь, что фермеры везут собственную натуральную продукцию. Вот купил мясо, очень нежное и ароматное. За качеством товара следит администрация рынков. Прежде чем дать фермеру место, продукцию проверяют в лаборатории. За несоблюдение ветеринарных норм штраф 500 долларов. Правда, пока нарушений не было. Мясо у нас проходит тщательный контроль. Печать на туше говорит о том, что продукт годен для потребления. Поэтому о качестве не стоит беспокоиться. Контролируют и стоимость товара. Минсельхоз республики призывает граждан сообщить о случаях искусственного завышения цен. Для этого работает специальная горячая линия. Номер можно найти здесь же на информационном стенде рынка. Здесь участвуют десятки фермеров из разных регионов республики. Установлена единая цена на определенный вид продукции. Поэтому завышение цен и речи быть не может. В предпраздничные дни горожане стараются купить продукты впрок. Чтобы в торговых рядах не было давки, в столице открыли сразу несколько специальных рынков в 6 районах Баку. Рамиля Тагиева, Хикимет Гуламов, Мир-24. Ярмарки будут работать в Азербайджане до конца праздников.